Окончательный мусорный коллапс. Как заявил мэр Львова Андрей Садовый, сегодня последний частный полигон в Украине в городе Покровск Донецкой области отказался принимать мусор из Львова. Напомню, вчера фуры со львовским мусором преодолели расстояние в 1200 километров, добрались до Донбасса, но там их развернули. Отходы львовян, а это приблизительно 600 тонн в день, теперь окончательно вывозить некуда. Традиционно львовский градоначальник во всем обвинил власть и заявил, в Покровске отказали в приеме мусора по политическим мотивам. Як мене поінформував перевізник, власник перезвонив, що на нього чиниться дуже великий тиск і вони не можуть більше приймати. Тому вивозити відходи нема куди. Я проінформував про це голову обласної адміністрації. Я проінформую про це сьогодні керівника уряду. Ми скерували відповідні листи.